Какая у тебя фамилия? Бумага. Реально бумага? Реально. Паспорт показать. Обалдеть. Офигеть круто. Я думала, это будет получаться. Обалдеть. Да, там правда бумага. Пока можешь показать? Не, не буду ничего показывать. Нет, здесь просто бумага. Это норм. А, точно? Вот здесь. Нормально, нормально, так еще. Видно, видите? Да? Да. Бумага. Прикиньте, чат. Куда опять Слава слился? Только я вернулся, он уже убежал. Все пишут Бог, Бог Чамп. Я говорю Бог Чамп. Что говорят они? Бог Чамп. А что это значит? Удивление. А типа, понял? Они уже взяли на тебя кредит, Слава. Вот это тебя правильно написали, потому что писали у всех их никнеймы. Просто Юля Годунова, она Юля Годунова. Да, у нее просто у нее фамилия и имя. Ну ладно. А ты типа выпендриться пытался? Нет, просто интересный факт. Я просто смотрел. Смотри, какая красота. Стас говорил про это. Это же шоколадное облако? Ага. Да. Очень вкусное и воздушное. Пока-пока. Нет, бустер, он и отчим. Ладно, это я уже знаю, все уже рассказали. Приятно? Пока. Красотка. Вы познакомились? Да, очень красиво. Ну, я согласна, красивая. Ничего не могу сказать. Блин, капец, она прям вообще тает во рту. Да. Но тебе нельзя, к сожалению, поэтому... Нельзя. Завидуй. Ну, это типа шок. Очень вкусно. Очень вкусно. Может, чуть-чуть? Ради этого можно и обосраться, Слав. Не? Ты уверен? Я двигаюсь на орешку. Я белка. Пусть уже орешек съем и умру. Хочешь? Слав, я ем орех. Давай. Ты сказал, что? На день рождения сэкономлю. Я шучу, малыш. Чё ж там пишут? Пишут гадости какие-нибудь, нет? Да вроде пока не писали. Кобяков. Гадости? Призываем гадости. В 1-1, во что? Меня уже на стрелу вызывают. Походу, да. Вот она тут все решает. Она босс качалки. Смотрите, тут вообще везде футболисты. Футболисты пришли кушать. Кушать. О. Она ведет передачу футбольную. Так, что тут еще есть? Смолова я, наверное, не найду. Это невозможно. Его нет. Нету. Что тут еще? ВТБ, да, мы на ВТБ-арене, ребят. Тут такие правила. ВТБ-арена. Кто платит, тот и ставит музыку. Платит ВТБ. Ждем бустера в роликах А4. Ну, тут бустера ждем в роликах А4. Ну, там будет тяжело сдерживаться. Тебе придется даже минуту запихивать маску. Да что ты придумал? Да там все от идеи зависит. Просто... Просто должна быть очень грамотная идея, чтобы все были довольны. Не во все встанет, реально. Поверьте. Это Юля влоги снимает. Говок мало, ребят, я думаю, что я не потяну. Там надо же играть в футбол, кстати, слышали?
Так, Юля, Кобяков, Кобякова все, больше нет, забываем. Забываем. Переворачиваем эту страницу. И живем дальше. А что еще? Я вообще не успеваю читать. Ну, да, я так понял. Они как-то умудряются одновременно начать писать на какую-то одну и ту же тему. И, короче, вместе кидать какую-то реакцию тоже на происходящие вещи. И это прикольно. Нет, чат, кстати, на самом деле хочу что сказать. Спасибо всем. Наверное, кто-то из вас видит меня на стриме не первый раз. Кто-то из нареза, кто-то еще откуда. Кто-то, может, первый раз. Но очень мотивирует, вдохновляет такая история, что я читаю комменты там с нарезок и пишут, что, как это правильно сказать, приятно удивлены моему характеру и моему поведению в жизни. И типа оно отличается от того, что происходит в роликах. И это, кстати, спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, реально. Ну, я просто первый стрим, когда я залетел на концерт, я такой, типа... Что происходит? А когда я понял, что, в принципе, все адекватно, и аудитория принимает это адекватно, мне намного легче, спокойнее, комфортнее. Спасибо, ребят. Так, стримит на Твиче. Мы, кстати, я хотел у Славы поспрашивать... Сейчас. Что это вообще? Как эта история работает? Ну, в плане там... Ну, короче, про нюансы всякие поговорить. И, короче, может быть, это случится. Так, что еще вам показать? Что, телефон, очки, часы, чай, не знаю, фотография. Паника, ребят, я отдаю. Отдаю. Катя смеялась, Катя покрасилась. У тебя там селфи с Даркой. Открытие. Надо вот так вот показать. Так близко. Спасибо большое. Пишут, мы тебя ждем на Твиче. Обсудим потом. Что вернуть? Я их поняла. Куда вернуть? Верни во флите. Верни опять. Мне просто... Ну, собственно, они все пишут, верни Владу. Так, переворачиваем под воротом. Нормально. Они просто понимают, что мы редко видимся, а тебя не увидят по вечерам. Так, что? Влад, я все, я здесь, ребят. Всем привет. Да, прикольно, красиво. Так, ребят, Влад, легенда, спасибо, ребята, офлайн, ху, Влад, привет. Что вам тут рассказать, показать? Тут официант классный. Он тоже босс качалки по еде здесь. Пам-парам-пам-пам. Пошлите, покажу вам стадион. Хотя, наверное, вы видели, да? Да, вы, наверное, видели. Так, не могу выцепить какой-нибудь вопрос. КС играешь? No. Редко, очень редко. Типа, могу зайти? Я во все играю по чуть-чуть, потому что в каждой игре есть демоны, которые просто очень хорошо играют. И мне от этого плохо. Я не смог найти игру, где можно играть в удовольствие. Везде гигачаты, которые просто уничтожают. Это больно. Опа, что? Какому? Артем. А где Артем? Сереня. А где? Куда передать? А, Ренат еще
Сюда? Да. Артём, как еще раз? Артём Ширинян. Ширинян? Артём Ширинян, салют, наверное, он на стриме. Это местный чел, он еще был на прошлых матчах, он здесь тусится и всех знает. Так, вот такая тема. Че ржете, нормальная тема, все нормально. А что за запретки? Не надо рассказывать мне сказки, я такого не делаю. С пацанами пофоткался. С футболистами? Да. Надо в КС-ку их вызывать. Пацаны выросли и уже смотрят бустера. Мы это обсуждали, что, короче, у меня на канале я, короче, закладываю базу, потом они взрослеют и уже переходят тебя смотреть. Фундамент. Фундамент. Шаришь? А, да, шарю.